мотива не существовало. Премьера на РТР. Вот эти вот резкие изломы – это неприязнь, ревность. А вот эти вот мелкие закругления, видите, да? Это отсутствие личной жизни. А что ты вообще про нее знаешь? Откуда у нее эти способности? А как вы думаете? Ее во сколько из окна выбросили? Подожди, а с чего ты решила, что ее выбросили? На всех фотографиях глаза холодные и серьезные. Шерлок Холмс, блин. Зовешь лучше шаманкой. Шаманка. С понедельника по четверг. На РТР. Отправьте денежный перевод Western Union вашим близким в России в отделении онлайн с банковского счета или карты с выплатой наличными в 20 тысячах отделений почты по всей России. Это движение денег. Движение к лучшему. Это Western Union. Здравствуйте, это «Вести» на телеканале «Россия», в студии Николай Зусик. Вот что будет в программе. Англичане на выход. Каким будет Брекзит, решает кабинет министров Британии. Прямое включение из Лондона. «Единая Россия» и представители самых разных профессий. Второй и самый важный день съезда партии в Москве. Что обсуждают на форуме в эти минуты? Главная политическая новость. Опасная зона. Без уголовного дела не обошлось. Что грозит бывшему чиновнику, устроившему потасовку в центре Москвы? И еще новости. Небо в огне. В Сингапуре совершил посадку пылающий пассажирский Боинг. И стихийный набор. В центральной России неимоверная жара и грозы. Где град и где ураган? Что будет с погодой?